Всем привет. Похоже, у нас сегодня очень сложная задача спуститься в катакомбы. Что сделать в катакомбах? Просто выжить или пройти вперед, найти потерянный палм. Палм, по всей вероятности, мне кажется, это... Знаете что, я не, наверняка утверждать не буду, но все-таки мне кажется, это такой огнемет, да? Не знаю, не уверен, но может быть. Я думаю, будет серьезная тут операция. Так, все, назад, дороги нет. Назад дороги нет, пошли отсюда. Вау, что это было? Тихо, тихо, надо было сразу это поставить. Одного захерачил. Есть еще. Ой-ой-ой. Блин, как они херачат меня. Какого хрена всю эту... Всю броню с меня снесли, падлы. Есть, я его занес. Фу, это было жутко. Это у меня столько жизни осталось. Засранец. Неужели мне придется сейчас вот этим вот делом так продолжать? Я слышу какого-то постороннего чудовища. Так, ну-ка, если снайпер. Ну тут снайперка вообще не подойдет. На самом деле, да? Нам нужно как бы все равно больше дробовиковыми патронами, я думаю. И гранатами, конечно же. Если что. Пошли. Кто это? Ой, ёпты! Вижу цель. Нихера себе! Он же меня сейчас захерачит, а? Воу! Нихера! Ай! Он идет сюда ближе! Нахер он подходит, а? Лучше бы оставался там. Да, чуть не попал! Твою мать, он попадет! Он же попадет от меня! Есть, я его завалил. Этих трагенов. Эти крагены, это просто кошмар какой-то. Я вообще смогу их пройти тут? У меня жизни-то осталось вообще нема. Так, давайте поищем что-нибудь хорошее. О, я нашел броньку. Ну, броньки рознь. Да, вот это вот оружие самое, наверное, тут подходящее. Больше тут лучше и нету. Блин, если мне придется возвращаться сейчас куда-нибудь, это будет полная жопа. Так, подожди. Вот тут он был, да? Черт, у меня очень мало этих. Заряд моего прибора ночного видения. Я слышу их, между прочим. Но я не вижу. Наверное, все-таки лучше вот с этим вот идти вперед. Черт, как долго заряжается. Так, если что, будем отбегать назад. Пока есть возможность такая. Пошли вперед. Так, это кто? Что тут у него было? Пистолет-пулемет Р-90. Блин, я слышу их все громче и громче. Ха-ха. Так, о, патроны. Давайте пока патроны подождем. Я хочу как бы, ну, выжить, что ли. Ой, ёптыть! А, ёптыть! Что это за дрянь? Легкие просто... Тебе нужно уничтожать баллон, но держись подальше от испарений. Это было что-то ужасное. Они меня чуть не захерачили. А вот и аптечка пригодилась, но у меня броньки сейчас нету вообще. Так, он что-то сказал насчет вот этой херни? А куда все... Кракены делись. Их тут было... Ага, вот эта вот штука. Похоже, она действует по нервопаралитически. Так, давайте тогда, может быть... Ой, где-то там еще эти кракены. Я их не вижу тут отсюда. Черт. Надо баллон взорвать.
Да, точно. Отлично. Продолжаем наш путь. Черт, скорее бы сейф, а то без сейфов тут... Я вообще сдохну быстро. Пошли вперед. О, сохранение. Так, сохранение, это значит, сейчас что-то будет тут страшное. Фух, давайте будем смотреть. Звуки, звуки, звуки. Оп ты! Нихера, он прыгает сюда! А, бля! Он меня чуть не уеб... не стукнул. Там еще один идет, да? Получи, гад. Твою мать, там он не один был, не два. Там их было больше. Черт, как не вовремя сейф, а? И сейчас... Я могу отсюда выбраться. Мне так стрёмно тут, а. Так, впереди. Давай быстрее восстанавливайся, блин. Ай. Что-то мне кажется, тут что-то очень стрёмно, а, будет. Надеюсь, нет. Надеюсь, я ошибаюсь. Давай быстрее восстанавливайся. Черт. Патронов, ну, пока хватает, ладно. Но вот он меня с одного удара, я понял, может захерачить. Вот Кракен вот этот. Потому что у меня брони нету вообще. Хотя бы чуть-чуть была броня. Тогда бы он, может быть, с двух ударов меня херачил. А так нет. Так, еще две. Или одну. Одну собрал. Ну, а больше брони нету тут, а? Ой, брони больше нету. Ёлки-палки, что делать? Где бы можно было взять еще брони, блин, чуть-чуть. Ладно, пошли дальше. Ох, где же она же не пропадала, ёлки-палки. Сейчас гранату, если что, буду кидать нахер. Сразу же туда. Так. Кто? Где? Есть еще кто? Эти звуки меня не напрягают. Жутко напрягают эти звуки. Мама, я боюсь. Дайте мне броньки. Может, я зря пошел наверх? Где он? Вон он! А-а-а! Чуть не стукнул меня. Мама! Там еще один, ёптить! Ублюдок, бля! Я, ребятки, пересрался, честно. Но я что сделаю, если так сложно все? О, там еще где-то! Я его просто слышу, у меня половина жизни. Он меня просто снесет это ХП и все, и мне камздец. Я хочу сохраниться срочно. Блин, это уже конец игры, наверное. Может быть. Я слышу его. Журчит, падла. Лишь бы больше никто не туда не пришел. Да. О. Окей, Доль. Я отлично. Что теперь? Фу. Отлично. Вот координаты передвижной станции связи. Что за палм? Что значит палм? О, это вот этот прибор и есть палм? Так, гранат мне пока не надо. Ладно, хорошо, я в полной боевой форме. Мне сейчас надо найти способ выбраться из катакомб. Вот это самое сложное сейчас будет, наверное. Ёптыть. Эти звуки меня вообще напрягают. Так, по низу, если пойду, там еще будут зомби.
Надо куда-то туда идти, да? Куда-то туда надо идти. По-моему, еще здесь что-нибудь будет сейчас. Там внизу по-любому еще несколько тварей есть. Фу, палм, 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 палм. Зачем он нужен? Что за палм? Это, мне кажется, вот это вот прибор ночного... Нет, вот этот тут приборчик. Больше похож на телефончик. Я тебя запомню. Я порву тебя в клочья. Пошли нахер отсюда. Он меня сейчас рвать будет в клочья. Я тебя запомнил. Ёптить, там еще один. Мне надо... Я не знаю, здесь я пройду, нет? Так, а тут же еще один проход есть, да, снизу? Вот здесь вот, да? Так, кончилось. Блин, я могу дождаться этих невидимок. Это самое стрёмное было бы. Не хочу. Слышу неприятные звуки. Давай, восстанавливайся уже, а. Чёрт. Боевичок нахрен. Слышу, слышу, слышу. Движение, приближение. Кстати, там, по-моему, еще одна граната осталась, да? Так что, если что, я могу туда вернуться, обратно за гранатой, за последней. О, тут не одна. А, вот еще дробовик, да? Дробовик. А что за палм? Что значит палм? Я не знаю, как она действует. Но она как-то действует. Я слышу их. Я их просто слышу. Я их просто слышу. Давай потихоньку. Давай вот так пойдем. На свой страх и риск. О, бля, газ. Так, здесь газ вам защищать меня будет, если что, да? Получается. Ну как защищать? Я имею в виду, эти сюда не пройду, да? Я, в принципе, могу сюда пройти. Так, ну давайте будем решать. Где они там гудят? Давай разнесем этот палм. Вот эту херню, не палм, вот эту кислоту. Вот он. Так, подожди. Этот звук мне не нравится. Убитый. Там еще кто-то? Жутко, ребята. Мне это не нравится. Блин, и сохранения-то нету здесь. Поблизости никаких. Так, гранаты я не кидал. Давай еще кинем гранатку туда. В кучку к ним туда. Да? Так вот. Хоп. Хоп. Все убиты? Так, тут есть аптечка. Есть аптечка. Аптечка пока не нужна. Фу, ладно, это проход куда-то еще. Блин, как не хочется почаще сохранений, да? Так, давай подождем. Если что, здесь аптечка есть. Пока живем. Пока живем. Так, гранаты. Надо забрать гранаты, я думаю. Думаю, зря я не буду тут так. Будем разбрасываться гранатами, когда они нужны очень сильно. Тем более, пускай восстанавливается пока мое состояние. Мой приборчик. Чтобы было все хорошо. Вот так вот. Еще одна граната осталась. Нет, еще две. Если что, еще две здесь есть. Могу вернуться. Не торопимся, не торопимся, не торопимся.
Блин. Да, иногда просто, блин, сердце в пятки уходит. Неожиданно так. Так. На невидимке. Невидимки, они могут появиться в любой момент. И это будет самое ужасное, что может быть. Так, ладно, пошли. Я слышу его. Я слышу его. Так. Я же вон там видел одного, да? Этого черта. Или я ошибаюсь? Ой, тут тоже газ. Тоже газ. Так, а здесь что? Еще один газ. Так, ну короче, тут я защищен, между прочим, пока. С этой стороны и с этой они не придут сюда. Так, только сзади могут. Где я нахожусь на самом деле? Мне надо вон сюда. Восстановится состояние. Вот эту штуку надо расхерачить. Фух. Медленно добавляется, к сожалению, батарейка. И катакомбы тут, похоже, тут они в окружении находятся. И хрен тут выйдешь. Так просто. Так, у нас там есть аптечка. Не забываем. Там аптечка есть. И есть запасной этот... Если что. Запасные гранаты. Вот, все. Сейчас что-то будет. Еще патроны. Уместные патрончики. Так, ну и что? А если я туда сейчас кину что-нибудь? Пока никого. Так, ну идти надо сюда. Я слышу. Может быть, они сверху где-то гудят, может быть, снизу. Фу, торопиться не будем. Так, здесь тоже аптечка есть, кстати. Вторая аптечка. Если что, я побегу сюда. Надо просто не забыть, что нужно по левому борту идти. Всегда бежать, убегать. И так я дойду как можно дальше. Потому что там, если я заверну направо, я могу попасть под... под газ. А газовую атаку я не хотел бы получить. Так, еще один сейф. Вон, я вижу его. Близко кинул. Он идет? Вон он. Уходим отсюда нахер. Получи шизгранату. Ну давай. Твою мать, уходим отсюда нахер. Вот он, выход этот. Давай, на свой страх и риск. Давай. Есть, я его завалил. Не использовав ни одной аптечки. Но, тем не менее, я потратил очень много патронов. Там еще кто-то есть? Супермутант! Твою мать, супермутант! У меня гранаты кончились. Вообще все. Еле убил. Мать твою, он невидимка, нет? По-моему, да. Так, там еще один идет. А на этого у меня уже патронов не хватит. Гранат, я имею в виду.
Ой, ёптыч. Нихера себе он дает. Давай вот здесь будем его ждать. Стрёмно, конечно, но придется. Ничего не сделаешь. Оу! О, нихера он! Аптечка! Аптечка пока не нужна. О! Где он? Уже нужна аптечка, ёптить! Гранат-то нету, ёбаный. Пиздец. Он куда-то исчез, эй! Это нечестно! Где я? Это нечестно, ёптить! Вообще нечестно, на. Нет! Я сдох прямо где-то рядом. Так, ладно. Давайте еще раз. Тут, короче, полный кобздец, что происходит, похоже. Нас ждут здесь ребятки. Вон там он. Там их дохера, да? О, там война идет. Там война идет. Не хочется, чтобы... Так, ладно, подождем. Подождем. Кто, кого? Подождем. Там идет война. А я первый раз-то видеть и не дошел до туда. Надо было немножко чуть подальше пройти. И они бы, наемники бы спустились. Это было бы лучше. А сейчас придется двойным идти ударом. Я имею в виду, что два раза придется с ними сражаться. Пришлось бы с ними сражаться. И с мутантами, и с людьми. Вот это было бы самое. Там война идет охеренная. Можно сбегать за гранатами еще раз. Я думаю, это будет лучшим вариантом моим. Потому что последние гранаты мне они пригодятся. Кстати, они могут... Здесь могут пройти, ведь, да? Или здесь у нас перекрыто? Давай посмотрим. Что я могу здесь делать? Две гранаты. Так, отлично. О, даже больше двух. Так. Я тебя запомнил. А, вот он газ, да? Это вот с этой стороны, да, выход? Да, это вот как раз тот самый проход. Второй. Повторяться не будем. Пойдем по дальней дороге. Дальняя... Вы давайте аккуратно запоминайте друг друга. Мне не хочется погибать вообще. Еще раз. Давай поближе. Давай поможем вам. Ой, бля, в себя чуть не попал. Сейчас
Сейчас придет сюда кто-то, да? Нет, не идет сюда. Там война идет. Ни хера там идет война. С этой стороны, надеюсь, никто не придет. Эй, кто-то меня! Чуть не атаковал. С той стороны. Там война вообще идет охеренная. Надо было сразу так сделать. Последний выкинул. Больше нет. О, есть, кого-то завалил. Ни хера, там четверо или пятеро существ. Блин, я вот боюсь, что с этой стороны может кто-нибудь там. Это же ужасный. Я в него попасть не могу ни разу. Почему я попасть не у него? Нихера там прыгает. Кстати, надо этот, не забывать про... Я забыл про прибор. Вот он, его видно, да? Вон они. Люди, люди, люди! Они убили его, да? Они его убили, похоже. Сейчас придется мне с ними сражаться. Ай! Кто? Вон он, оттуда. Падает. О, тут еще близко один. Я его не заметил сначала. Закружился, завертелся. Так, ладно, сколько их там? Двое, три. Вон, идет. Все, он сдох. Заглючил парень. Извини, дружище. Ой, ёптить, там еще один. Твою мать. Откуда я знал, что там еще один? Вон они. Пойдем отсюда нахер. Там у нас броня есть. Ой, этот. Аптечка, если что. Давай вот здесь вот постоим. Без риска для здоровья. Пошли назад. Хо-хо-хо, круто. Все, пока все нормально. И гранаты еще откуда-то взялись. Я их не видел на самом деле. Так, двойной плюс. Блин, я забываю. Вот, у меня, к сожалению, нажимается, случайно нажимается на клавишу, которой... Где они? Они что, ушли? Или они мертвые? Что это было? Я вижу, там с той стороны еще один, да? Кто-то еще есть. Взять его! Защита и оборона. Так, они с той стороны, сзади они все равно не придут. Я знаю это точно. Спереди будем ждать. Будем ждать спереди. Давай, вылазь. Вон они. Сейчас появятся. Ну же. Фух.
Это война. Это будет вечная война. Так. Я еще слышу одного мутанта, похоже. Я тебя запомнил! Получил, падла. А там еще есть. Там еще есть. Да, мутант. Так, похоже, еще этот шир зашевелился тоже. Сейчас смотри, сюда придет. Так, задний ход. Хорошая тут оборона. Вон он. Куда он делся? Хочу! Хочу горяченького. Вас там еще много? Ой, бля, идет сюда. Заглючил тоже парень. Я его убил, но он заглючил. Патроны не дашь? Черт, я боюсь. По идее, надо туда. Блин, но... Где эта тварь? Вон он. Я его вижу. Тихо, я его вижу. В голову ему. Все, да? Да, это был... Прямо, смотри, как я попал. Подожди, я не на ту клавишу жму. Так. Патронов хватит? Если будем отбиваться, то хватит. Ладно, пошли сюда. Здесь у нас много патронов. Блин, где-то еще одна тварь. Тут их много, нет? Пулемет! Пулемет против кого? Ни одной живой души нету. Я всех их расхерачил здесь. Так, ладно. Тогда туда дальше не пойдем. А, тут они сверху, да, прыгнули? А как тут больше еще можно пройти? Один проход-то, да, только? Или здесь еще... А, вон там он, отсюда можно пройти. Ладно, туда не пойдем. Там уже все больно стрёмно все. Так, о, бронька. Отлично, вообще офигительно. Против кого? Против кого этот пулемет? Так, ну сейчас самое главное сохраниться, да? Уже дальше впереди. Это посторонние звуки. Война серьезная была тут. Всех, всех занесли. Мне не хочется с вами сражаться, ребятки. Ни с кем больше, кто тут есть. Ага, тут вертолет улетел. Вот эти слоники. Ух, у меня слов просто нету. Ладно, пошли. Будем рисковать. Патроны. Целая куча патронов. Аптечка пока не нужна. Я дошел до места. Ага, вот тут вот. Короче, все, я дошел до места. Если что, аптечка здесь есть. Фу. Подкопим сейчас. Найдите способ выбраться из катакомб. Сейчас мы выберемся. И сейчас еще придется, похоже, следующую серию нам провести на улице. Я такое предполагаю. Давайте сейчас сконцентрируемся немножко, последние секунды. Ну тут была бойня вообще охереть, а. Сейчас бы засейвиться и все. И охренительно-то больно. Бойная охренительная уже закончилась. Я уже говорить даже не могу. Настолько все это у меня трепещит все. Охренительно. Если бы я их поодиночке убивал, да, сначала, допустим, мутантов. Нет, пулемет не берется. Да, вертолет слетел сверху. Что насчет патронов? Патронов мало, между прочим. Я замечаю. Очень мало патронов. А если я вот поменяю вот эту пушку,
вот эту вот. На вот этот, на вот это оружие. Что будет? А? Ну-ка попробуй. Давай сбросим это. И попробуем взять вот это. Да, смотри-ка. Точно. Теперь у меня разнообразие патронов. Теперь у меня такие патроны есть и такие есть патроны. Я сначала не прочухал это. А тут очень много таких патронов на самом деле. Но мы же будем вот этой херачиться. Ладно, давайте, пошли вперед. Ну давай, взрывайся. Джек, я засек сигнал Кроу рядом с тобой. Будь осторожен, он, похоже, двигается в твоем направлении. Так, ладно.